Доброго времени суток, подписчики, зрители канала. С вами Трофим, продолжаем двигать объединенный ПАК-2. Ну что, не успели мы с вами появиться на свалке, как кругом враги. С одной стороны бандиты, с другой военные. Как хоть звали тебя, чудо ты, бля, в перьях. Сержант Никаноров и его бригада. Ну, нам по барабану, Никаноров, Кременчук, у нас вороненок, у нас электричка. Две гранатки творят чудеса. Моментально положили всю бригаду Никанорова. Так, ну что, вспоминаем, на чем мы остановились. В прошлой серии мы зачистили забытый лес и познакомились с крестом. Выяснили по заданию на Сидора на добычу артефакта Инферно, что появилась некая бригада, во главе которого стоит бандит под погоняло, которого Бабуин. Он совершил нападение на пацанов, одного уничтожил и снял артефакт, направился в сторону темной долины на переход. И нам с вами сейчас надо, дабы вату не катать, а поспешать, пока они не перешли уже на темную долину, поспешать и выручить этот артефакт, так сказать, для Сидора. Поэтому сейчас этим и займемся. План действий таков. Перед тем, как... Ну, давайте положим всю нечисть. Там, вон, смотрите, бандитское отребье нарисовалось. Так, сохранюсь я еще. Блин, я еще раз говорю. Только он не успел нос нарисовать. С кругом враги. Там мутанты, здесь бандиты. Тут военные, блин. Благо, вороненок на руках творит чудеса. Так, сохраняемся и мочим всю эту сволоту. И двигаемся по-быстрому на переход в темную долину. Там Бабуин и его команда. Вспомним мы по сообщению. Их там дюжина, да? 10-12 человек нам пригоршня накинул. Так что, Трофин, помнится, он нам говорил, будь осторожен, аккуратно работай. Единственное, что меня не радует, пацаны, у нас стволы все без оптики. Так что будем работать. Двигаемся, не забывайте, на полном хардкоре. Реализм уровень у нас. Ни худо, ничего нет. Ну, на полном жестоке. Специфика нашего канала, вы знаете. Все такие прохождения делаем. Так, сохраняем игру. Так, замечательно, сохранили. Сейчас двигаем. А, блин, я про этих... дурачков забыл. Двигаемся в сторону темной долины, пока Бабуин там не у нас не ушел, да? Пока Бабуин у нас не отвалил, пацаны. Наша задача положить их всех и снять, соответственно, тихо, дурилка ты косовка. Стоять бояться. Но там не такая шантропа. Имейте в виду, этих-то бандитов проблем нет. Это обычные у нас. Там-то шантропа, Бабуин и его ребята, хлопцы подготовлены. Так что я не думаю. Учитывайте тот нюанс, что у нас нет с вами оптики на стволе. Можно было бы сбегать, но я не хочу. Думаю, отвоюем. У меня же там есть калашик, да? Можно было бы как бы это. Ну, я думаю, отвоюем. Ничего страшного. Там он сколько? 10? Дюжину, да, сказал их? Хлопцев. Имеется в виду. Дюжина боевиков. Поэтому, так, ладно, давайте-ка я быстро тут рядом, да, забежим, скину весь прибыток и будем отстреливать. Ну, побежим в сторону темной долины на переход, расправляться с бригадой Бабуина. Так, великолепно, скинул я прибыток. Ну что, двинули, пацаны, потихонечку, помаленечку. Сейчас попробуем их на себя вытянуть. Дело в том, что оптики у нас нет, поэтому, так, подожди, а где надо понять вообще? Ну, на переход, он говорил, на переход в темную долину, двигаемся в этом направлении. Так, тихо-тихо, там вон бригада идет какая-то интересная. Ну-ка, гляньте впереди, видели, да? Смотрите на это дело. Слушай, а это не они случаем? Там один, второй туда пошел в лес. Да, это похоже они и есть. Двоечка, да, один сюда направляется. Бля, он меня срисовал. Так, отходим. Сейчас будем вытягивать их сюда, наверное, на себя. Туда я не пойду однозначно. Хотя, это дурь... А, вон он, ага. Так. Тихо, они из-за кустов очень лихо долбят. Поняли, да? И, наверное, с под стволов еще стреляют. Неплохо. Тут же 100% бандитов сделали именно по этому заданию, я больше чем уверен, непростых. То есть или ветераны, или мастера. Это я вам точно гарантирую. Поэтому крайне осторожно работаем, пацаны. Ждем, не высовываемся. Вон идет. Держал отлично, прям в башню, красавцем. Меняем позицию, то есть на одной не задерживаемся. А то весь табун стреляет именно в ту точку, где вы находитесь. Нет? Тихо. Тихо, он сюда идет. Сейчас я его встречу. Именно в ту точку, где вы находитесь. Поэтому вас так убивают часто. Тут они, в принципе, боты есть боты. Это же, еще раз повторяю, не живой противник. Поэтому независимо, мастер там, не мастер. Так, сейчас он нарисуется. Тихо, или с этой стороны.
Да, видишь, они там долбят или из подствольников, или гранату он там кинул. Подождем немного, не спешим. Боевики, я так понял, что надо. Да? Здесь. Вон он. Это он, да? А, не-не-не. Так, а где ты есть у нас, а, приятель? Он решил обойти, видимо, меня, да? Так, тихо, пацаны. Давайте подойдем поближе. Так, ну где ты, дурилка, мне? Все, они отошли туда вглубь, наверное. Ну, одного я положил. Хорошо, вон там, смотрите, местность вообще пустынная. Туда не... А вон двигается впереди. Видите, да, он вообще без прицела, конечно. Вообще жопа будет работать. Надо вон к тому дереву подтягиваться поближе. Поняли, да? Вон к тому дереву. Ну, давайте обойдем это дело. Одного я положил, надо смотреть внимательно, не упустить мне потом при обыске. Потому что у одного из них, я так понял, должен быть артефакт. Вот он лежит. Вот он. Быстро, быстро снимаем и отваливаем. Так, отходим. Вот эту падлу я... Кто там был, я даже не прочитал. Вот сюда, за дерево, смотрим. Давайте к этому подбежим поближе. Да, без оптики нам, конечно, тяжковато придется, пацаны. Есть подозрение. А сюда ж, по-моему, на ППШ у нас хороший прицел встает, натовский, да? Вообще велико... Вон он идет. Дурилка, блядь. Отлично, минус 2. Все, вытягиваем вот так, отходим. Сейчас они, может, придут, блин, потому что мне не резон с ними воевать, а на расстоянии. Я их не вижу практически. Надо их как-то вытягивать на себя, да, допустим, чтобы он... А другого я не вижу варианта. Давай, где ты там есть, паря? Он ползет. Тихо. Все, все, летит, летит. Летит, стреляет, блин. Сейчас еще с подстволов начнут долбить мне. Вон. Отлично, четверых положил. Великолепно, блин. Нам по барабану, прицел, не прицел. У нас вороненок, у нас электричка, блин. Ну, это я имел в виду гранаты. Нас еще здесь тайники коллекционера ждет. Ждут, так, сохраняем. Так, отлично, сохранили игру. Ну, давайте аккуратно работаем. Сейчас мы очередную партию ждем немного, да. Если никто не нарисуется, потихоньку. А, вон, ползет, смотрите. Ух ты, блядь, какой, а. Да ты что, неубиваемый, что ли? Или я не попадаю, там разброс? Это гидра, видели, да, как он там двигается? Надо крайне осторожно. Может, это и есть бабуин собственной персоной. Вон она, ага. Поняли, да? Скорее всего, так оно и есть. Бабуин собственной персоной. Не знаю, там один он, не один остался. Будем ждать. Я туда высовываться не буду. Вдруг он там не один, это падла. Так, ну он сейчас круги будет нарезать, так сказать. А, вот он, ага. Отлично, положил вроде, да? Так, ну давайте переждем. Один он там, не один, непонятно. Немного посидим, будем двигаться. Может, там еще их человек. Сколько? В принципе, он говорил дюжину, да? Семерых, восьмерых-то я точно положил. Ну давайте потихонечку, не спеша, вот сюда вот до деревца, блин, рискну проскочить, да? Дабы нас никто не тревожил, потом будем обыскивать. Так, там собачки, ну собачек пока, на собачек не реагируем, и артефакт какой-то хороший, видимо. Все, обыскиваем их, пацаны, обыскиваем вообще, кто это такие были, надо сейчас будет выяснять. Там стволы у них хорошие все, бля. Так, Гришка Бритва, бля. Гришка Бритва, ясно. Где? Нам нужен, самое главное, бабуина с вами найти. Андрюха Шпион. Андрюха Шпион. Тоже, видите, у них ранг у всех. Вот он, бабуин, ранг ветеран. То есть такие мощные бойцы, следовало ожидать.
Вот вам, пожалуйста, и Инферно. Ох ты, здоровье. Не, ну блин, а он радиоактивный, братва. Радиация плюс 19. У нас есть, правда, контейнер. Знаете, еще как сделан? Пусть пока он, бабуин, лежит, потому что сейчас я весь прибыток... А, я уже не могу двигаться. Я весь прибыток, наверное, пацаны, бабуинище... Надо запомнить, рядом с деревом. Я думаю, труп не пропадет. Сейчас я быстро сбегаю к себе в тайничок. Тут вот он у нас есть, тайничок. Помните, да, где этот тайник? Я парковал, делал тайничок рядом с этими. Как его? Рядом с этими. С нашими пацанами, помним мы, да? Так, ну. Рядом с нашими пацанами. Я делал тайник, я имею в виду это. Там, где у нас кулинар. Так, блин, ну, конечно, перебор уже. Ладно, хорошо, хорошо. Один выложим, какой-нибудь под убитием. А вот этот, да? Все, делаем тайничок и обратно сюда бежим. Контейнер, то есть, надо посмотреть. Может, с контейнером мне полегче будет этот артефакт притаранить. Если же нет, скорее всего, маловероятно. Там контейнер не защитит. То тогда буду действовать быстро. Там у меня пару антирадов есть, еще сыворотка там, если что. Да, я думаю, успею. Бегом, у нас выносливость плюс 1000. То есть, я думаю, без проблем. Добежим до Сидора и скинем это задание. Просто я сейчас хочу взять... Куда я бегу, вы сейчас поймете. Наш тайник. Да, вот тут так, вот эти бы все еще перенести. Ладно, этим будем позже заниматься. Сейчас я их скину сюда вот в тайничок, так сказать. Тут вроде не воруют. Ну, по крайней мере, у меня никогда не воровали на этом месте. Даже и без замка. Так что имейте в виду. Они тут не лазят, блядь. Почему-то. Вот, видите, все на месте, как бы лежит. Давайте вот эти скидываем все стволы. Берем контейнерок наш. И я, соответственно, попробую... то есть, поняли, да? Сейчас с контейнером... у меня тут АК стрелка еще. Ну, ладно, это все еще потом перетянем. Пока я спешить, чинить его не буду, да? То есть... Пока мы его спешить чинить не будем. Тут пак хороший, вы мне писали, что и покрепче гораздо этого ствола имеются пушки, да. Соответственно, я пока спешить его чинить не буду. Так, сохранимся еще разок и будем снимать артефакт. Так, где там эта падла у нас лежит? Вот он, да. То есть, смотрите, плюс 19. Сейчас берем, сразу паркуем его в ящик и смотрим, как эффект. Ну, эффект он не поможет, это 100%. Вот, отлично, завершено. Обыскать в забытом лесу новый артефакт. Следующее, принести артефакт Сидору. Вон, медуза еще. Я даже не поленюсь, медузу возьму. Она, кстати, тоже радиоактивная. Пацаны, плюс 5, все, вату не катаем. Видите, да, радиация поднимается. Все, я побежал. Увидимся с вами на кордоне у Сидоровича. Я думаю, успею. У меня там антирады есть. Блин, там опять бандиты, что ли? Откуда вы, дурилка, блядь, картоны? Они уже туда на пост пришли, а? Эти дятлы, блядь. Мне еще на вас сейчас время. Я под радиацией бегаю. Еще на вас, так сказать, тратить время, блядь. Сволочь. Ой-ой-ой. Он попал хорошо, блядь. Попал хорошо. Ладно, надо сократить дистанцию с ними. Суки такие, блядь. Дай-ка я поближе подойду, перетру с вами. Доставай ствол. Блин, я сейчас сдохну. Ну, не вовремя. Какого хрена они появились? Короче, пошли не в баню. Мне надо Сидору сдавать. Мы обратно сюда, то есть, на свалочку придем по тайникам коллекционера. Я это только же приложил, вот, буквально 5 минут назад. Откуда они? Они уже заспаунились там. Поняли, да? Мы же вот только что я их отстрелял там, блядь. 5 минут назад и опять партия. Все, пацаны, у Сидора увидимся. Так, отлично, вот мы у Сидора, да, через телепортик уже мы дома, так. Ну, антирады пришлось скушать, пошел в задницу, падлом. Он тут постоянно, где там Сенька с женой, иди разберись, бля. Я не понял, что тут патруль выделить, новички пусть, так сказать, руку набивают, шмаляют мутантов, постоянно бегают, вот эта шалупень здесь носится, круги нарезает. Так, отлично, вот мы притаранили, сейчас быстро я его хабар выкладываю, да-да-да, принес брату, а, блин, я его даже не это, не ложил, великолепно, я его даже в этот не положил, да? А, я его достал уже, получается. Так, ну что, особые задания. Привет, Сидор, блядь. Ну вот, как ты меня уболтал на эту авантюру. Сам не могу поверить, что согласился. Забирай свой артефакт. Вот выручил, давай.
Про деньги, какие деньги? 10 тысяч за такой артефакт. Так, давайте-ка его сдадим, бля, потом почитаем, пацаны. Меня там бьет радиация, я вам диалоги читаю. Поняли, да? Пока я это все прочитал бы, уже труп нарисовался, видите, да? То есть, блядь, тоже молодец. Ты, соответственно, в начале этом... Блин, у меня аптечек не осталось. Ох ты, какой он ствол подогнал! Какой он ствол подогнал, братаны! Просто замечательный АКС Химика. А какой калибр? 7,92, 33 мм. Обычный бронебойный, бля. Так, придется одну сыворотку скушать. У меня антирады закончились, блядь. Видите, да, ни хрена нет. Парочку пришлось скушать. Вот сейчас сыворотку одну. Во, отлично. Ну да, сыворотка творит чудеса. Тут не, как бы не попишешь, бля. Так, а сколько у меня на него патронов? Вот они, да? Патроны 7,92, 33 миллиметра. Ну, понятно. Ну, видите, не так много. Вроде как у меня еще там в тайнике они были. Сейчас, если что, как он выглядит вообще в руках? Ну-ка. Ну да, красавец, блин. Красавец ствол. Такой бы поюзать. Наверное, поюзаем сейчас. Я посмотрю, сколько у меня патронов на него. Так, давайте почитаем диалоги, блин. Ну, что он вообще сказал? Видите, с этим артефактом пришлось быстро сдавать. Блин. Вова, стиляга, друг, блин. Что за стиляга? Не помню такого. Так, не понял юмора. А где у нас эти? А, ну это надо выйти, блин. Да? Подождите, подождите, тихо, блин. Мне это никак не нравится. Поняли, да? Я своих друзей-то потерял, блин. Так, ну надо сюда, наверное, правильно, да? Я просто... Стиляга, Глеб... Вот, Толик Шустрый, а то... Ну, правильно, надо чуть ближе подойти. Здесь-то у нас... Поняли, да? Они не высвечивались, я что-то так расстроил. Не то, что расстроил, распереживался, что это, блядь. Где же наш Толик, да? С Толиком там же еще квесты. Есть что-то стоящее. Так, а теперь почитаем диалоги, данные. Где там они у нас, эти диалоги? В журнале, да? История, да. Вот, смотрите, что нам там Сидор говорил. А, меченый, ты мне зубы. Меченый, привет, Сидор. Вот, меченый, привет, Сидор. Ну, вот как ты меня уболтал на эту авантюру. Сам не могу поверить, что согласился. Забирай свой артефакт, химика больше нет. Пригоршня раненый, но жить будет. Сидорович, вот выручил. А то заказчики уже хотели к бармену с этим заказом обратиться. Нервничать начали. Я им объясняю, что заказ сложный, артефакт очень редкий. Меченый, ты мне зубы не заговаривай, падла. Забирай инферно свои и награду на карманчик нарисуй. Ствол с патронами и про деньги ты там что-то заикался. Сидорович, про деньги? Какие деньги? А, ну да, было дело такое. Брякнул сгоряча, склероз проклятый, бля. Вот тебе автоматик, химике он больше не понадобится. Вот тебе патрончики к нему. Кстати, у меня всегда в продаже они есть. Для тебя в полцены. Ты меня здорово выручил, меченый. Ну и деньги, раз обещал, держи. Десяточку на карманчик, как тебе? Замечательно, просто великолепно. Так, по соотношению цена-качество, халявная водка конкурентов не имеет. Повар. Так, меченый, 10 тысяч за такой артефакт. Ну ты жулик, блядь, пес шелудивый. Ха-ха, он лишь недовольный. Пес шелудивый. Ребятам в деревне хоть поляну накрой, жидормон, блядь. Да помяните химика, может и жив был бы парень. Отдай ты ему за это, то есть на это задание его автомат. Ну давай, до встречи. Поняли, видите, какой у нас Сидорович есть Сидорович. Что там от него ожидать, блядь, не стоит. Так, теперь знаете что? Ты давай потом будешь там с своим ноутом разбираться, а посмотрим, сколько стоят эти патроны, где они, вот они, 1800, в принципе, не так дорого, мне. А давайте возьмем, почему нет, поюзаем, да, стволик, мне. Неплохо. Пол цены 64, хороший там у меня товар. Еще были, мне. Давай мне патронов вот этих вот на ППШ еще, 120 я возьму. Неплохо. Хороший товар. Блин, вот Мосинку бы еще. Ну ладно, обрез трехлинейки. Хороший ствол, убойный. Я люблю такие стволы, раритетные, бля. Так, что за прицелы? Не, оптику мы будем с адреналином дела иметь. Сидорычем по оптике дела у нас пока с ним не будем, так сказать. Он у нас барыга тот, да? Помните, да? Цены вечно у него... Цены очень такие большие. Так, великолепно, сдали квест. Да-да-да, зайду, будет время. Сдали квест, сохраняем игру. Ну и сейчас обмозгуем, чем мы далее займемся. Так, ну что, замечательно, заглянул я в тайничок. Кое-что забрал там. То, что нам пригодится с вами в баре, да.
Там штурмовой, комбинезон, стрелка для беса, блин. Ну и, соответственно, сейчас выдвигаемся на свалку, снимаем тайники коллекционера и, наверное, передвигаемся в бар, так как все-таки нам надо принести кейс. Основная наша задача для бармена, тот, который мы сняли с агро. Но сейчас я хочу попробовать этот калаш. У меня там патроны были еще в рюкзачке дополнительно, да. Сейчас опробуем его на шантропе местной. Тут вроде как бандюки появились, просто как он шмаляет, мне интересно. Ну а потом выдвигаемся на свалку, снимаем тайники коллекционера, братаны. Снимаем тайники коллекционера, потом уже в бар. Кстати говоря, надо еще кости тайник будет сдать. Не забыть мне, да? Так, ну-ка, шантропами. А, ну тут уже наши поработали. Ладно, прибыток не снимаем, вот этот вот. Не, хотя я ствол переложу сюда просто. Дело в том, что мы помните, да, как мы работаем. Те трупы, которых я не валил, этот прибыток нас не касается с вами. То он, пацаны, пусть обыскивают. Видишь, он там. Они поработали, соответственно, это их прибыток. Мы свой нос туда не суем. На чужой хабарок, не разевай роток. Знаете, да, поговорку зоны, бля. То есть, поняли, да? На чужой хабарок роток не разеваем, бля. Соответственно, пацаны поработали, хабарок их. Мы же с вами, блин, да там еще не... Давайте поможем, там еще не всех. Я же хотел ствол опробовать. Не всех отстреляли они, да? Да когда они, блин, эту шантропу быстро... Да, тут боевики что надо, в Севе вон, смотри. Как звать-то хоть, бродяга? Сеня Сокол, здорово, братуха, как там у тебя дела? Да ничего, потихонечку тут болтаемся, кусочничаем, тут на хлеб насущный собираем. Ну ладно, не буду мешать. То есть это их прибыток, пацаны, они отстреливали. Несерьезно, так сказать, свои руки сувать, блядь, на чужой хабаров. Роток мы не развиваем. Ладно, а мы тем временем отправляемся с вами. А, у меня водка закончилась. Ну, соответственно, сейчас мы бежим с вами на свалочку и снимаем тайники коллекционера. Потом бар, потом бар. Знакомимся. Первая встреча с барменом, с пацанами там перетрем, с лысым. Ну и со всеми, так сказать, познакомимся. Чем они там дышат. И так далее. Так, замечательно. Вот мы с вами и на свалочке. Отстрелял я там местную шалупень, не стал запись включать. Там что они это, новички, быстренько пару пуль в лоб. Тем более с такой пушкой, блядь, пулемет, а не ствол, ёпта. Химика, не, ну классный, мне понравился. Еще оптику потом присмотрим к нему. Там однозначно можно будет, да, присмотреть у адреналина или у кого. Все, давайте, начнем по тайникам коллекционера работать. То есть смотрим первое место. Берем, так, стоп. Убираем стволецки, что мы берем? Правильно, мы берем с вами болтик удачи. Ну, болтик удачи уже на этот тайник сработал в прошлой серии. Помните, когда я его подбросил, соответственно, спаун произошел. Для чего мы его кидаем, вы помните. Дабы следующий спаун тайника был в удобо снимаемом для нас месте. Не в жопе там где-нибудь радиационной или где-нибудь на проводах, а в хорошем для нас месте. Берем болтик удачи, подбросил он, отлично, посыл пошел. Сейчас смотрим, первое место. А, где он у нас заспаунился? Первое место. Ох ты, красота какая! Аплодируйте, болтик удачи! Ха, болтик удачи, то, о чем я вам говорил. То есть, перед тем, как снимать этот тайник, дабы следующий у нас появился в удобо снимаемом месте, запускаем болтик удачи. Берем ствол в руки и обратно жмем болтик. Подбросил, отлично, посыл пошел. Но это фишка наша. Там не думаю, может кто смотрит, думает, что ты там за чушь городишь. Дело в том, что это фишка. У каждого своя, кто-то, блядь, это все-таки зона, живой организм. Читаем книги, изучаем, не только в игры играем. Книжный материал читаем, и все будет ясно. Зона — это вам не просто зона. Зона — это интеллект, так сказать, организм. Не только учеными там проработаны. Зона заблудила их так умы, что они сами не разбираются, они ли там причастны к каким-либо экспериментам, происходящим течением времени в зоне, или же зона ими руководит, я имею в виду ученых. Так что вы не думайте, что тут ученый завязан. Ну, в общем и целом, ладно, я это и отвлекся. Кому интересно, читайте информации по сталкеру, книги различных авторов, фильмов и так далее немерено. Но мы с вами используем болтик удачи. Соответственно, посыл пошел. Сейчас будем смотреть, что здесь за у нас с вами за прибыток. Ну и тут, по-моему, новинка еще по коллекционеру в этом паке. Так, открываем тайничок. Ох ты, смотрите, какая красота у нас с вами. Баллон с огнесмесью для огнеметика в будущем. Ну и, конечно же, граната вороненок. Куда без нее? Куда без нее? И следующие места. Это уже новинка. Сейчас будем искать.
А, здесь тоже не вариант. Переложил в другое место. На свалке тепловоз, на блокпосту долго, в лесу за блокпостом долго, за лесочком, где обитают зомби, под крышей ангара, где база сталкеров, что в ангаре, за поваленным деревом, что у перехода в темную долину, и у выхода на агропром. Замечательно, снимаем этот тайник. Так, где у нас наша бумажка? Все великолепно. И сейчас сохраняем игру и работаем по новым тайничкам. Так, замечательно, сохранили игру, значится так, сейчас будем вначале пробивать те места, которые удобно снимаем. И все-таки болтик удачи творит чудеса, не забываем, смотрим, то есть это какие? Это у нас, допустим, тепловоз, вполне себе такое простенькое местечко. Все-таки мы же посыл сделали в зону, и болтик является посредником между нами и меченым, то есть между зоной и меченым, ну то есть мною. Это способ общения. Короче говоря, тепловоз, потом на блокпосту долго, сейчас идем в ящик заглядываем, смотрим, есть он там он или нет. И, допустим, под крышей ангара и, где база сталкера, что в ангаре. Все остальные там радиационные будем проверять в самую последнюю очередь. Поняли, да? Сейчас проверяем такие самые удобно снимаемые места, где, я думаю, нам добрячок должен быть. Все-таки не зря я. У нас, ну, конечно, тут зависит как все от того, насколько зона к нам сейчас расположена в это сегодняшний день, да? Так, ну, тут тишина, видите, да? Тишина. Хорошо. Насколько она расположена к нам, вполне возможно. Хотя, в принципе, еще зависит многое и отмечено, с каким настроем мы начали игру, понимаете, да? Перед тем, как начинать игру, запускаем болтик. Ладно, пацаны, не обращайте внимания, это фишка нашего канала. Но пока месть он нас выручал, обратили внимание, да, фишка не фишка, а сколько раз мы его подкидывали, постоянно тайник появляется именно в том месте, где нам надо. В аккурат снимаем, забрать, вот посмотрите, по сериям, да, то есть раз, всегда он нам помогал, сейчас будем надеяться, что и в этот раз. Не факт, конечно, но, так сказать, я думаю, зона мне... не должна подвести. Вон, смотрите, Витька ошпаренный. Ты что тут, блядь, скучаешь, стоишь? Гидра такая. Да что меня тут ворон, блядь, затрюмил совсем, блядь. Ствол не хочет подгонять. Я ему недавно, блядь, тут копеечку подогнал. Он мне там калашик должен быть нарисовать. И видишь, как не получается. Может, ты перетрешь с ним, Трофим. Мне что-то как-то и страшно к нему подходить, блядь. Ладно, перетру. Так какой тебе калашик? У тебя вон, блядь, сколько стволов на руках. А, кстати говоря, пацаны, вы там пишите, не перегружай их. Да это я в курсе насчет стабильности. То, что там я консерву, водку продал, это же в диалоге. Имеется в виду, это же как фильм смотрите, поймите. Он там отшмалял, он мне помог. Естественно, я ему добряк подгоню там. Витька жареный, блядь, иди сюда, молодца, прикрыл мне задницу. Держал консерву это, а вы мне пишите. Ой, Трофим, не перегружай, что ты им продаешь? Это все понятно, это, блядь, солянкой уже сру. Все ее тысячу раз проходили. Смысл в том, что все это давно все знают. И это же идет как фильм, как диалог. Вы у нас же реализм, поняли, да? В реализме, естественно, вам пацан прикрыл, что ты его, блядь, без добряка отпустишь. Конечно, ты ему подгон сделаешь босиковый. То есть учитывайте эти нюансы. А то, что... Не, ну спасибо, конечно, за совет. Но то, что там перегружается она, все в курсе. Я же ему там не арсенал из 10 калашей продал. Поняли, да? Смысл. Я так на будущее... Дабы вам понятно было. Ладно, хорошо. И вот теперь два места здесь. Будем надеяться, что все-таки, ребятки... Да не шелести ты, гидра! Это у нас сказочник там трет по ушам. Но он, кстати, трет реальные вещи. Послушайте на досуге. Он такие разумные, так сказать. Ну, то есть, то, что с опытом на своей шкуре прочувствовал. Не только он, но и в целом сталкера. Делятся же. Так, первое место у нас получается... Первое место у нас... Так. Под крышей ангара. Вот это пробиваем. Ну, давай, болтик удачи, творит чудеса мне. Не, так сказать, не подведи меня. Ну, будем надеяться на лучшее. Так, оно вот где-то здесь. Запрыгиваем на перилку мудрости. Так, поближе чуть-чуть. И смотрим. А, ну вот сюда можно запрыгнуть. Ну, тишина, видите, да? Вот здесь он под крышей, и его там нет. Хорошо, еще одно место здесь есть. Блин, неужели не сработал болтик удачи? Сейчас придется там в жопе радиоактивной, блядь, лазить. Короче говоря, если сейчас его здесь не будет, там жесть полнейшая. Ну, у меня, блядь, там не так много. У меня он только сыворотка. Надо быстро будет работать. Ну, у ворона я он научных купил. Ну, научные я для прапора собираю. Поняли, да? Сейчас, если его здесь не будет, конечно... А, в тепловозе еще. Тоже хорошее место в тепловозе. А, так, подожди, а я куда-то не туда зашел. А, ну правильно, ты зашел. Так.
Где-то здесь он должен быть, блин. Да? Ох ты, добрячки какие, ёптать. Я уже перегружен, блин. Блин, я уже перегружен. Что-нибудь съесть? Давайте колбаску мудрости, блин. Еще одну, да? Так, ну и чё? Вот он, красота! Болтик удачи, мать его! Зона, благодарю тебя! Давайте посмотрим в небо. И вот, подкинули болтик. Позыв пошел, благодарности. Позыв, посыл благодарности. Поняли, да? То есть все красиво работать надо. Имейте в виду, ёпта. Да вам не шубу... Ну ладно, не буду говорить. То есть, видите, все срабатывает. Уже какую? Третью серию он работает, блин. Смотрите, какое хорошее место вообще, наипростецкое. То есть нам без проблем. Так, теперь нам его снять надо. Да, я думаю, снять-то нам не проблема будет. Аккуратненько спускаемся, блин. А, он тут сюда не хочет. Блин, я застрял. Братва, я застрял, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой, мадафака. Ладно, сейчас снимем. Ну, короче, это вообще простецкое место. Просто я рад. У меня от радости, видите. Просто от радости, так сказать. Я надеялся на вот эти вот места. Так оно и оказалось. Дело в том, что пацаны... как его? А, пойдем с этой стороны обойдем. Наверное, удобнее будет. Дело в том, что я боялся, что там по этим радиоактивным кучам сейчас бегать. У меня же там антирадов вообще не осталось. Видели, да, пацаны? Вообще не осталось. То есть, а тут болтик удачи сработал. Ну, молодца, просто молодца. Сейчас посмотрим, что там за прибыток. Ну, перед тем, как смотреть, опять же, будем запускать болтецкий. Да, братаны? Такс. Сейчас надо туда только перепрыгнуть. Опа. Тут помимо болтика еще... Так, подожди, а что я упал-то? А, надо вообще сохранить игру перед съемом и после съема. Вот так лучше делать. Перед тайником, да, сохраночку делать. И после снятия, давайте. Так, отлично, сделали сохраночку. Ну и спускаемся. Смотрим, что там. Таксики, максики, снайперские патроны, 72-54, ну это, короче говоря, у нас для каких стволов? Ну для хороших, в общем и целом, тот же СВД будем юзать, берем. Так, это что? Пулестойкость минус 4, электрошок, чертополох, ну такой не особо прям уж навороченный, но в целом редкий артефакт. Так, ну и вороненок, а нет, снежок, снежок, и следующие места. Болтик у нас на руках, кстати говоря, болтик на руках. А, я его запускал? Блять. А, так я же еще не снял. То есть, смотрите, запускаем. Чтоб следующее место, поняли, после снятия. А, следующее место было тоже таким же, блядь, не особо, так сказать, сложным, да? Чтоб нам там по проводам или где-нибудь в самой заднице не ползать с вами. А как мы запускаем болтик, вы помните. Вначале ствол, ну, неважно, убираете болтик и запускаем. Опа, красава, отлично, посыл пошел. Снимаем. Так, в темной долине на электрощитовой. Ну, это старые тайники рядом с вагончиком и во враге, где логово собак. Великолепно. Замечательно, поздравляю. Но я опять, блин, перегружен. До талого 111 килограммчиков, потому что я тушнягу снял. Блин. А давайте сюда, наверное, припаркуем что-нибудь использовать. Вот, пусть он здесь лежит, тут никто не шарится. Что можно выложить, а, пацаны? Давайте по-быстрому, потом запомним. Главное запомнить, что здесь... У нас тайник. Вот, вот это что? У меня этих ГП-25 немерено. Так, по мелочи выложим. Вот эти вот гидрошок я не особо люблю. Патрончик хороший, я знаю. Ну, блин, я еще раз говорю. Я уважаю наши стволы, натовские. Вот, вот это ствол, я понимаю. Химика, мля. 9.39 мой любимый калибр. И 5.45, все. Ну и дробь, да. Больше нам ничего в зоне не надо. Не, конечно, будем юзать натовский, вы не переживайте, кто может там хочет посмотреть, там какие стволы, что да как, да. Все будем, но просто я имею в виду, что я для себя отмечаю, то есть это наши стволы. Так, хорошо, все, да, ну пусть он здесь лежит, я не думаю, что какая падла сюда, чувачок, тут у нас новички, я не думаю, что он там сможет сюда залезть, правильно же? Ой-ой-ой, а, ну все. Так, великолепно, здорово еще раз, Ваня Репей, как твое ничего, залабай-ка мне на гитару мелодию, хорошую. Да сейчас пока занят, приходи, Трофим, вечером, посидим, так сказать, погутарим. Ну давай, удачи. Так, пацаны, подождите, а мы вот здесь вот не оставляли с вами
Я что-то не помню, вот в этом вот тайнике. Я ж, по-моему, что-то оставлял в первых сериях, да? Вроде как. Ну-ка. А, какую-то броню. Так, самое главное, комбез стрелка забрал я. Все, забрали, отлично. Так, записка нарисовалась у нас. Смотрим, блин, пацаны, ищем записку. Вот она. Ага, все нарисовалось. Так, ну что, идем в бар, сдаем основной квест. Что-то мы с вами зависли, да? Там уже Сидорович, бармен заждался, кейсик с документами. То есть перебираемся в бар. А, делаем сохранку после снятия. И выдвигаемся, увидимся уже, пацаны, в баре с вами. Так, поздравляю вас, вот мы в баре. Там у нас никто, по-моему, на входе сразу должен нарисоваться враг, да, вроде как. А, да, вон контрасосик, их два. Блин, а у меня же прицела нет. Ё-моё, как я сейчас работать буду? Как я сейчас работать буду, братаны? А может свалю по выстрелу, да? Долбим? Долбим по выстрелу. Может, я эту падлу приложу сейчас мне? Положил, да, вроде? Пушка-то мощная, все-таки химиком. Там еще и кровососик. Иди сюда, дорогой, я тебя попочую, мне патрончиком мощным. Гидра ты такая нарисованная. Да, он черный какой-то, да. Ну, обычный кровосос, блин. Держал тебе патрон всем. Блин, а кровососа... Ой, контролера-то я приложил. Ты посмотри, прицел, не прицел. Надо было, знаете что? А, у нас на калашик имеется. Да, на калашик-то имеется. Просто... А, блин, нифига я не приложил. Отлично, контрасоса... кровососа положил. Бежим сейчас, контролера будем убивать в упор, блядь. Эту падлу. Дабы он не шелестел здесь. Вон он. Замечательно. Да, с такой пухой... С такой пушкой мне вообще нифига ничего не страшно. Реально, сюда еще прицел, оптику присобачим потом. Вообще красота, гляньте, блин. Обожаю, я уже влюбился в этот ствол. Так, что там интересного у тебя? Снимаем щупальцу, блин. В общем и целом, мы с вами в баре. Сейчас знаете, что надо делать? Сейчас нам надо прикинуть, где мне тайничок нарисовать. В каком плане? Дабы вещи складировать. Тут же воруют, независимо даже на замки, блин. Помните, да, поэтому, пацаны, надо как-то так даже не знаю, куда, блин, какое место придумать. Так, ну что ты мне скажешь, блин? Ох ты, водочку нарисовал, да, ну, ручки нету. Дело в том, что вы мне отписались по поводу фотографии, да, там надо без зума. Я и забыл, мы ж читали. Просто, видите, время за всем этим не уследишь, так сказать. Мы ж читали, да, без зума надо было фотать, тогда бы получилось и библиотекаря зафоткать. Ну, не страшно, у нас времени много с вами, прохождение, бля, затянется. Мы не спешим никуда, там, наверное, на 500 серий. Готовьтесь, ну, если тщательно будем подходить ко всем квестам, тайникам, там, альпиниста, блядь, вот эти провода. Не все же эти тайники снимают. А мы будем, вот эти все, помните, тайники мощные, где мы по проводам там двигаемся, по домам, бля, потом по балконам. Ну, посмотрим, короче, в общем и целом, это слишком уж я далеко заглянул. Если, но с перерывом сразу говорю, потому что у нас, во-первых, вы не думайте, что я забросил Underhell. У нас Underhell, вот сейчас еще пару сделаю по солянке, и там одна серия на Underhell осталась, не забывайте, надо добивать. И Fallout у нас, 50 моди, сколько там, 100 модиков, блин. Тоже весь замодифицированный, занавороченный, блин. Его что, тоже надо двигать, Fallout, не забывайте, блин. Тоже мощный, блин. Так что име... Блядь, да откуда гидра такая? Стоять, не двигаться. Я тут комментирую, так сказать, и... не даешь мне мысль толкнуть, да? Дабы пацаны были в курсе. Да, ствол мне этот нравится, конечно. Так, не будем, наверное, патрончик тратить. Берем наш дробовичок мудрости, блин, и... Соответственно, идем в бар. Так, идем в бар-то, это понятно. Единственное, знаете, что надо придумать, где у нас будет с вами тайник. Давайте-ка здесь оббежим, потому что мне сейчас нет времени. Надо быстрее уже к Сидору кейс ему этот принести. Быстренько оббежим этих сволочей, потом отстреляем собачек там этих и так далее. Блин, ну тут, как обычно, все подвисает, блин. Ой-ой-ой, да, ну, блядь. Замечательно, вляпался в аномалию, еще не хватало. Побежали, отбежим. Сюда вот запрыгну я. А, он бегут уже, бегут. Опа.
Так, ну где вы там? Ладно, держала гидра, блин. Не дадут они покоя, да? Пацаны справятся без нас. Просто там вон бюреры еще. Ладно, не буду на них время тратить. Потом займемся. Займемся ими, блин. Да стоять бояться, а? И не двигаться. Сволочь такая. Займемся. Там два бюрера, да, я вижу, отсюда бегают. И псевдо немерено. Да, с этого калашика, конечно, бы я и хорошо уработал. А сейчас сдохну, надо, бля, подлечиться. Нам, короче говоря, аптечки нужны. Нам много чего надо. Сейчас будем долго зависим на баре. Пока я там со всеми познакомюсь. Перетру, там посмотрим на обмен, что. Потом на темную долину. Пока движемся по сюжетке. Там посмотрим, когда. Ну, совмещать будем, в общем и целом. Будем совмещать. Так, ладно, пусть пока бюреры бегают, нам надо уже выдвигаться с вами в бар, знакомиться с пацанами, сдавать, так сказать, кейсик для бармена. Кейсик для бармена, да, пацаны? Так. Ну что ты мне скажешь, бля? Проходи, не задерживайся. Помните коронная фраза, как вареник? Вареник, там у нас вареник стоит внизу, чуть ниже. Проходи, не задерживайся. Как я его порезал в прошлых прохождениях с шахматистом, когда мы его глоточку. А почему? Дабы не рылся в тайниках, бля. Не шарился, АК-стрелка. Я это помню очень, очень хорошо. Но мы сейчас в этот раз не будем там ныкаться. Тайник. Придумаем место. Надо сейчас прикинуть, где лучше, бля. Я пока место не буду делать, бля. Сейчас эту серию тогда завершим, по бару подвигаемся. Ну, посмотрим, как пойдет. А потом там черканете, где самое надежное. Чтоб уже на верочку. Припаркуем туда наш рюкзачок, даже без замка, да. Но будем уверенно знать. Потому что тут и замки взламывают. Что там никто рыться не будет. Я имею в виду место там более или менее проверенное. Так, ну что там случилось-то перед заставой? Накидывай. Это останки от прошлой волны мутантов, которая прошла перед выбросом. Дня 3-4 затишье, а затем опять будет волна. Если бы не мы, ни бара, ни долго уже бы не было. Мы последний заслон от обезумевших стаи мутантов. Много наших тут полегло. Так, я бы хотел кое-что узнать. Я тут впервые, может, что рассказать. Ну, ладно, не будем, это у нас времени нет. Здорово, сержант, как боевые будни, это квест, да, какой-то? Хреново, каждый день то засада, то зачистка. Мы тут недавно с командиром засаду на бандитов готовили. В одном ангаре засесть решили, так такое, мать его, случилось. На монстрика нового наткнулись, блин. А, ну, ясно, ладно, потом чуть позже расскажешь мне. Мне нужна работа, на данный момент пока ничего нет. А что там у тебя по торговле? Ладно, хорошо, Киценко, давай увидимся. Пацанам передавай пламенные приветные, так сказать. А мы идем с вами, пацаны, в бар. Потом будем... А, не, мы сейчас Костя. Костя там отдыхает. Сейчас сразу же скину ему тайник, потом к Сидоровичу. Потом нырнем к Сидоровичу. Не, ну топорик храбрости у нас мощный. Я и не проверил его совсем. С лесника-то мы сняли. Надо черепа-то опробовать, так сказать. Помните, у нас в Evil Within какой топор храбрости был? А здесь тоже мощный, блин. Черепа будет сносить что надо, блин. Против зомбированных потом опробуем, да? Можно и контролерика, контрасосика попотчевать, блин. А, хлопцы? Пойдемте с Костяном перетрем. Здорово, Костян, что заждался уже, наверное, да? Да, уже что-то ты пропал, блин, так сказать, нет и весточки от тебя никакой. Тут, прикинь, долговцы заправляют. Наша родная милиция, или типа того, пока не понял, имея это дело в виду, чтобы проблем не нажить. Хорошо. Ладно, не шелести, Костя, блин. Вот тебе тайничок хороший. Ну, здорово, Трофимыч, что искал? Тайник на свалке нашел, говоришь? Да, было дело, нашел там интересный рюкзачок. Смотри, что в нем было. Да, занятная вещица. Похоже, еще один зашифрованный ПДА. Давай-ка я поэкспериментирую с ним. Может, что и узнаю. Приходи чуть позже, хорошо, не буду мешать. Отлично, есть полезное это по тайникам, да? Есть полезное это по тайникам, да, знаю, сколько хочешь. Мужик, ты матерый сталкер, так что, думаю, хабар там не хуже, блин. 30 косариков, ну, не, пока не канает, у меня и денег таких нет. А, ладно, он чуть позже, пусть поковыряется с ПДА, а мы идем к Сидору. Здорово, бродяга, блин. Воробей, че, как дышится, блин? Да потихонечку, вот противогаз этот, блядь,
присобачил с утра. Вчера намахивали, блин. Сейчас все, не знаю, как неснимаемый какой-то. Прирос он ко мне, что ли, блин. Ладно, воробей, не до тебя, блин. Прирос. Пить надо меньше, блядь. Жрете, блядь, суррогат какой-то. Ну, это воробей, видишь, тут-то пацаны лысые, они нормальную водочку употребляют. Эти-то понятно. Ну, хотя здесь все пацаны здравые, да, у нас. Так, что-то за просадки неясные. Здесь все у нас. Это у нас кто? Федор Блаженный. Ну, ладно, с этим попозже перетрем. А то он сейчас начнет свою проповедь читать. Нам не до этого, нам надо с Сидором общаться. Так, секунду, пацаны. Так, продолжаем. Отвлекли меня немного. Самый неподходящий момент. О, какие люди, старые знакомые. Знакомые, помните, да, пацаны, что у нас с ним заказус был в прошлых сериях прохождения, где с шахматистом это. Как они тут с прапором втихаря от меня порешали вопрос, независимо от того, что у меня даже в тайнике был замок, блин. Вскрыли аккуратненько и потянули АК стрелка. Пришлось уложить, уработать обоих, блин, втихаря с ножичком, блин. Так что, ну-ка давай, мне в усладу скажи-ка свою излюбленную фразу. Ну давай ты, ёптать, рожай. Он не хочет в этот раз, ладно. Он не хочет. А брат, брат вареника мне. Че-че-че, ну-ка. Давай. Че ты там квакнул? Проходи, не задерживайся. О, красота, молодца. Ну, теперь у нас все с вами сложится. Ладно, пацаны, вот мы и в баре, блин. Вот мы и в баре. Так, ну что, Сидорок? Ой, Сидорок, Барманон. Здорово, Меченый. Здорово. Да, вот держи. Подожди. Да, отличная вот держал. Работа, Меченый. Наконец документы у нас. Теперь мне надо в них разобраться. Может, узнаю, как пробиться на север. Кстати, если тебе нужны деньги, можешь пойти сразиться на арене. Кстати, хозяин говоря, можно потом попробовать арену, пацаны. Его координаты я обязательно тебе скинул. Хорошо, договорились. Значит так. Давай накидывай. Которые ты принес с Агропрома. Кое-что начинает проясняться, но данных не хватает. Упоминается некая лаборатория X-18. По описанию похожая на заброшенное подземное помещение в темной долине. Придется тебе туда отправиться и добыть недостающую информацию. Лаборатория закрыта, и чтобы открыть ее, понадобится два электронных ключа. Один я тебе дам, второй заберу. Что там за бодяга на заднем фоне играет? Выдерет она морковь. Я тебя сейчас, бля, выдеру. Ты слышишь, приглуши-ка свою шарманку, ёпта. Не слышно ни хера. Получить второй ключ. Ключ от лаборатории. Ладно, попробую, не шелести, бля. Слушай, бармен, такой вопрос, вопросец у меня к тебе есть. Тут можно, слышишь, музыка у тебя новая. Да, недавно с большой земли прислали. Причем совершенно бесплатно. Что хочешь послушать? Полегче, потяжелее, задушевное. Ну, пацаны тут по авторским присылают. Поэтому я не буду ничего у него просить. Дай полегче рок и так далее. Не надо песен, просто музыку поставить. Давайте вот так. Во, пусть просто музыка. Хотя не, бля, подожди. Не, вот эта музыка как раз таки мне, блядь, и сейчас припрется. Не, убираем, так. Любую давай на твое усмотрение, ну-ка. Ладно, пусть такая, спокойная, а то там вот эта в ополе березка стоит, морковку сорву там, блядь, картошкой разживусь. Слышали, да, это не, нам пока не подходит. Давайте сейчас в спокойствии. Я хочу вот это расслабляющий релакс мюзик, так сказать. Нам самое время прийти в себя после таких долгих походов и скитаний по зоне. Так, слушай, бродяга, бармен, у меня к тебе вопросец такой, назрел. Тебе сталкеры не приносили ли карту с буквами на рубашечке? Они мне очень нужны. Ха, имеется несколько. Только просто так я тебе их не отдам. Вижу, важны они для тебя. Давай так, отгадаешь мои загадки, отдам тебе эти карты. А то скучно мне тут как-то. Бляха-муха. Вижу, ты жук, блин, с тобой и не договоришься. Ну давай, гадай. Крест мне тут мозги все прокомпостировал в забытом лесу. Помните, да, с загадками? Сейчас это гидра. Ну давай, рисуй свои загадки. Ладно, слушай первую загадку. Что нельзя съесть на завтрак? Суп ненавижу. По утрам обед и ужин. Консервы зоновские. Не могу их есть больше. Шашлык шампанским. Да тут все что угодно может быть. Ну давайте, консервы зоновские, блин.
Поздравляю, Шарик, ты ты балбес. Видишь, как угадали мы с вами, пацаны. Эти загадки для детей, а ты отгадать не можешь. А, это я не угадал, я думал, поздравляю, Шарик, ты балбес. Падла такая, ну давай, сейчас угадаем, пацаны. Ну, значит, не консервы, обед и суп ненавижу по утрам. Ну, вот это, да, наверное. Шарик, ты балбес, блядь, как ты мне дорог, а, падла такая. Неплохо, вот вторая, обед и ужин, короче. Все серьезно, видишь, у этого чувства юмора нет. У Креста, кстати, чувство юмора было, помните? Бабка секс, бомж, блядь. Вообще красава, как раз чисто сработала на этом. Ну, адекватный чувачок, а бармен, видишь, серьезный такой. Обед и ужин, ну это как-то по-серому, по-скромному, барманок, вообще по-скромному. Что-то надо было как-то сюморить, что ли, блядь. Неплохо, вот вторая тебе задача. Кто под проливным дождем не намочит волосы? Кто с зонтиком в комбезе сева, лысый? Ну, лысый, конечно, ёпта. Молодец, ну, следующая глаза. Во, видишь, ну, наконец-то хоть проявил чувство юмора. Молодец, следующая. Глаза боятся, руки делают. Что это такое? Секс по телефону, да? Я ищу стрелка. Так было, когда я первый раз в зону попал. Одной рукой держу твое фото, другой думаю о тебе. А, молодец, я руки делаю. Да я даже не знаю. Я не думаю, что секс по телефону. Че, неужели секс по телефону? Давайте. Ну, если с юмором, наверное, секс по телефону. Или я ищу стрелка. Поздравляю, Шарик, ты балбес. Ну, да. Обед и ужин первый, да? Лысый. Ну, давай. А ты сообразительный. Ну да, тут в принципе, если с юморком, конечно, секс по телефону. А ты сообразительный. Так, вот еще одна. Осенью питает, зимой согревает, весной веселит, летом холодит. Что это? Женщинам. Осенью питает, зимой согревает. Ну, осенью питает у нас что? Зимой согревает, весной веселит, летом холодит. Ну это красота какая-то. Женщина, наверное, да? Поздравляю, Шарик, ты балбес. Ну ты падла такая, мне. Обед и ужин, лысый. Так, женщина, водка мне. Тут было несложно, да, водяра. Ну что можно ожидать от Сидорова? Конечно, водка. Тут было несложно, слушай следующую. Блин, ребята, короче, у нас что, блядь, 50 минут я буду гадать загадки. Ты, падла, в кепочке, блядь. Мне надо вопросы свои решать, тайник наращивать. Так сказать, куда вещи складывать. Стоит руки в брюки, блядь. Что, нехуй заняться? Ой, извиняюсь за мат. Нечем заняться, блядь. Да ладно, Трофим, не шелести, блин, еще пару загадочек и карта твоя. Ну ладно, давай, накидывай. Тут было несложно. Слушай следующее. Что такое маленькое, беленькое, кровь сосет? Кровосос, тампон, комар, тушкан. Ну давай это. Хорошо, отгадал. Следующее. С луком и с яйцами, но не пирожок. Блин, пацаны, мне уже, честно говоря, я ему сейчас просто достану свой АК-химика, блядь, и по-другому с ним поговорю, если сейчас еще, блядь, он будет загадывать мне. Хорошо, следующее, с луком и с яйцами, но не пирожок. Робин Гуд, самса, блядь, с луком и с яйцами, но не пирожок. Эльф. А, ну с луком и с яйцами. С луком у нас Робин Гуд был. Он же там шмалял у нас стрелами, блядь, так сказать, добывал дичь на охоте. Не дичь, ну, я имею в виду этих богатых, да? Робин Гуд. Ну и последнее. Назови мое имя, и меня уже нет. Что это? Молчание, тишина, эхо. Стой, сволочь, а он убежал, блядь. Назови мое имя, и меня уже нет. Что это? Да все что угодно может быть. Стой, сволочь. Поздравляю, Шарик, ты балбес. Блин, как он мне дорог, пацаны. Обед и ужин, лысый, секс по телефону. Здесь что у нас было? Водяра, мне, тампоны, мне, Робин Гуд. Эхо, тишина, молчание, эхо. Поздравляю, Шарик, ты балбес, мне. Лысый, секс по телефону, водяра. На, Робин Гуд. Эхо, что ли? Эхо, тишина, молчание. Да что ты будешь делать? Ты посмотри, последняя загадка мне. И я что-то это... Устал уже от его загадок, пацаны, честно вам скажу. Тишина, эхо мы про... Ну, значит, тишина. Молодец, меченый, справился с заданием. И время убили, держи свои карты. Ну, слава богу, наконец-то, бля.
Ой, так, секунду, ребятки. Так, продолжаем, пацаны, отвлекли меня немного. Ну, давайте, наверное, будем завершать, потому что у меня там дела появились. В общем и целом, черканете, где тут лучше нам тайничок будет сделать, там, дабы не воровали, без замка. Не хочу я замки брать, раз тут они не стопроцентные, какой там смысл, все равно воруют, блин. Ну, конечно, с замком меньше вероятность, это понятно. Ну, в общем и целом, вы поняли. Кстати говоря, Сидорок нам тут карт не одну дал, да, по-моему, две или три, там, надо будет посмотреть, какие. Нам еще очень долго их собирать, там их достаточно много еще. То есть, в целом, в принципе, неплохо. Сейчас квест взяли, на Темную долину приобрели. Будем в следующей серии выяснять, общаться с пацанами, узнавать, кто, чем и как тут дышит. Брать квесты и так далее. В общем и целом, оценивайте серию. С вами был Трофим. Увидимся в следующих выпусках. До новых встреч, до новых видео. Всем пока.